Коллеги дела гуверна приготовит плану. Коллеги из правительства подготовили план действий и этапы по увеличению вдвое зарплат в системе здравоохранения. Сегодня этот план будет обсуждаться. Если все будет согласовано, последуют изменения в законе о госбюджете, который будет принят в самое ближайшее время. Игорь Дадон отметил, что постепенное возобновление большинства видов предпринимательской деятельности принесло свои положительные плоды бюджету, и есть средства для восстановления дорог и проектов по водоснабжению. В апреле-мае доходы в госбюджет были на спаде, а в июне у нас уже в бюджете есть плюс почти 300 миллионов леев. Это означает, что экономическая деятельность восстанавливается, и это позволяет нам выступить с важными инфраструктурными проектами. На этой неделе массивно начнется ремонт дорог. Игорь Дадон сообщил, что на этой неделе состоится заседание парламента, а также заседание коалиции ПСРМ-ДПМ, в котором примет участие президент. Основными темами заседания правительства на этой неделе станут пополнение фонда субсидирования в сельском хозяйстве, поддержка малого и среднего бизнеса, а также индустриальных парков.